Ну вот он, обновленный Renault Duster в новом цвете, хаки. Видоизмененная оптика, решетка радиатора, передний бампер. Ну, кстати, почему-то стандартное литье осталось неизменным. Вообще, народ давно ждал данного обновления. Вот, и оно случилось, оно приехало уже к дилерам. На данный момент 18 июня. В июле месяце уже будет дан старт продаж. И, соответственно, уже первые желающие могут оставлять заказы, предоплаты уже сегодня. Вот, давайте посмотрим и на заднюю часть. Опять же, новые задние фонари, новые. Выхлоп стоит, видоизмененная выпускная система, опять же, независимая подвеска, задние катафоты, защита бампера. Обратите внимание, то, что рейлинги тоже видоизмененные. Уже более массивные для более серьезного багажа. Вот. Ну и непосредственно, что имеем в салоне. Новая консоль со старой магнитолой. Опять вот эти круглые непонятные воздуховоды. Ну, кому-то, может быть, нравится. Новый руль. Сигнал теперь на правильном месте. Управление блоком зеркал осталось там же. Шайба полного привода. ESP, парктроники. Что касаемо щитка приборов, он переехал с новых Логанов, с новых Сандера. И теперь он находится на новом Дастере. Также теперь доступен и круиз-контроль. Будет полезно для тех, кто отправился в путешествие. И такая приятная опция, особенно в наших условиях, это подогрев лобового стекла. Вот не знаю, видите, нет сетки. По поводу пространства, в принципе, все осталось то же самое. Естественно, новая обшивка. Вот, по большому счету, все. Ну а так, приходите в дилерские центры, вам будет показана более подробная экскурсия по машине. Ну и, возможно, новые первые автомобили появятся на тестовой поездке. Все, всем спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.